Анонс и точка до выхода 54-й серии турецкого сериала «Невеста». 54-я серия сериала выйдет в эфир 7 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Мукаддер не может принять Ханчер в своем доме. Она говорит девушке, что если ей действительно хватает ума, то она сейчас же покинет этот особняк и больше не будет сюда возвращаться. После чего закрывает перед ней дверь. Ханчер все это не беспокоит. Когда она покидает территорию особняка, то на нее в губах играет легкая улыбка. Девушка знает, что как бы ни было тяжело, она обязательно со всем справится и сможет выйти из этой ситуации победителем. Джихан дарит Ханчер цветы. Девушке очень приятно получить этот подарок. Ведь ромашка – это ее любимый цветок. Ханчер интересуется у мужа. Как он узнал о том, что она любит этот цветок? Мужчина выбирает уклончивый ответ и говорит, что ему рассказали птицы. 54-я серия сериала выйдет в эфир 7 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.